Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Ева, и здесь я рассказываю о новостях туризма. Сегодня новость про Египет. Власти Египта объявили о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа египтян и иностранцев. Нововведение начало действовать с пятницы 17 июня. В четверг, 16 июня, правительство Египта приняло решение о снятии всех ограничений, связанных с пандемией. Напомним, что россиянам для поездки в Египет требовался или прививочный сертификат, или тест на COVID. Информацию о снятии ограничений подтверждают в офисе Тестур нашего туроператора и в отделе туризма посольства Египта в России. Рекомендуем туристам на ближайшие вылеты все же иметь при себе справку с отрицательным результатом теста или действительный сертификат вакцинации. Дело в том, что сначала официальная информация должна быть доведена до авиакомпаний. Только после этого они перестанут требовать ПЦР-тесты и сертификаты для посадки на борт. Как показывает практика, это может занять несколько дней. И коротко про чартеры. В Египет летают туристические чартеры. Туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на базе туристической перевозки реализуют туроператоры Библиоглобус, Пегас Туристик, Coral Travel. Они на борту Nordwings авиакомпании. Она временно сейчас приостановлена, но будет возобновлена в ближайшее время. Далее туроператоры Fun & Sun, Тестур на рейсах авиакомпании A-Fly из Москвы и регионов. Как всегда напоминаю, ссылка на источник информации у меня под видео. Если зайдете в эту статью, то внизу в самом будут ссылки на туроператоров, на каждый из них, на их официальные сайты. Если хотите дальше от меня получать новости туризма, то, конечно же, вам нужно на меня подписаться. Нажимайте, не забывайте колокольчик, чтобы получать все уведомления на мои все ролики. Добра, счастья, отличных путешествий, хорошего финансового благосостояния. Спасибо, что смотрите меня. До свидания.